Окей, все, с микшером понятно. Теперь Да. вот основное первое упражнение, чтобы научиться плавно сводить, это подбирать скорость одной композиции относительно Давай, другой. классно. А для чего тебе наушники, возвращаясь к ним? Ты нажимаешь play. Угу. Вот. Кьюн, да, потом. Да, и если ты запустишь здесь, Да. вот, то будет каша сразу. Да. И ну, не всегда понятно, спешит или опаздывает. Угу. А если ты в наушник пустишь только тот, который собираешься выводить, Да. а в эфире у тебя будет только этот, ты сразу услышишь, И можешь начнешь проверить. подбирать Да, и на начнешь слух. подбирать. Ага. Выложу второй канал. Не выводишь в не выложу. наушниках. А. Спешит, подожди. Ты первое, что ответь, спешит или опаздывает? Мне тяжело Не, понять. тогда перезапускай. Долго не крути. Если не понял, заново остановил, запустил, пока не Угу. поймешь. А если у тебя есть предположение, наверное, опаздывает, ты хоба и подогнал, и слушаешь, сошли или не сошлись. Ага, Пробуй. А это должна играть в наушниках музыка? Нет. Нет. Так удобнее, вот сними с одного уха. И теперь запусти. Сейчас. Давай. Спешит, опаздывает. Спешит. Еще раз проверь. Раз, два, три. Спешит, опаздывает. Спешит. Все. Я этот, я как тот дирижер в фильме. Короче, смотри. Еще раз, перезапускай. И если ты говоришь опаздывает, опаздывает, тогда сразу начинай его подгонять, чтобы он не расходился. Не, если он спешит или опаздывает? Спешит. Спешит, значит притормаживай. Да, давай. Сходится? Перезапускай. Перезапускай. Нет. Вот смотри, у тебя что сейчас получается. Ты себе сбил. Кстати, вот мы и пришли к необходимости поставить точку. Ты себе Давай. Ее сбил. Вот, видишь, у тебя она не на начале. А-а-а. Потому что произошло, ты нажал play, да. а потом паузу. Да. И когда ты нажимаешь Q, у тебя перемещается точка на то место, где стояла запись. А-а-а. Что делаешь? Берешь назад, откатываешь, ну, то есть, как бы выбираешь трек. Потом ставишь play. Ну тут просто фигня, что танцевальные все начинаются с первого удара. Сейчас вот попробуем поменять, чтобы не начинался. Видишь? Сейчас, чтобы ты мог поставить точку. Так, подожди. Тут долго будешь просто искать, я знаю, этот трек. Тоже с точки. А ну вот, подожди. Во! Трек не начинается с первого удара. Тебе надо поставить на первый удар первого квадрата. Точку. Да, точку. Да. Чтобы когда ты нажимал на Q, звучал, да, звучало. Да. А как это делаем? Это делается так. Нажимаешь play. Это в режиме сейчас винила. Ага. Ты можешь сделать вот так. Угу. Нажать play. И дойти. Но это тебе не подходит, потому что тут такая, ну, бочка нечеткая. А, она должна быть четкая. Да. Ты можешь так промотать, можешь вот так промотать. Ну, то есть так, это ускоренная перемотка. То есть до ярко выраженного первого акцента. Да, ярко выраженного. Ага. Вот, и ты ждешь. Во. Вот, ну, это, он, да? Вот это уже подходит. Ты берешь, только сюда не смотри. Хорошо. Ориентируйся на уши. Угу. Ты берешь. Вот так как бы ее нащупал. И перед самой вот этим горбиночкой, вот этой перед самой. Перед самой горбиночкой поставил метку. И у тебя должен получиться такой барабан. То есть я на Q нажал, да? Да, да, нажал на Q и зафиксировался Q-шкой. И теперь у тебя точка. Видишь, зачем я это делаю? Потому что если ты чуть дальше, чем нужно, поставишь, да. и будешь резко нажимать, у тебя не будет барабана. И у тебя будет бочка постоянно с запозданием. Да. Поэтому вот, понял? Да. Давай на следующем треке проверим. Да как ты понял, проверь. Во, вот давай здесь. Можешь вот так, используя перемотку. А, все, это. О,
услышал назад. Да, да, да. О. Пью надо нажать, да, потом? Нет. Остановить там, где нужно. Ага, сейчас. Пауза. Да, или так, молодец. Все. Ты можешь вот так в режиме винила просто рукой, как будто ты положил винила на рукой. Или ты можешь просто нажать паузу. Это в любом режиме. И в винила, и в этом. Сейчас, подожди. Не-не. Ну да, делай, что хочешь. Да! Был-был! Нажимай паузу, нажимай паузу, нажимай паузу! Ха-ха-ха! Теперь крути назад! Еще крути, еще. О! Теперь крути назад. Паузу! О! Крути назад! Он специально повторяет, как будто заело сидит, чтобы ты понимал, на каком ты моменте находишься. Еще, 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 еще. О, вот он, вот он, вот, когда исчезнет пукалка. Вот, нет, назад, назад, назад. Вот, назад. Вот перед самой пукалкой. Еще чуть. Да, ставь. Да? Да, ставь. Нет, надо было кью нажать. Прости, я учусь. Все нормально. Да, погоди. Вот это что-то? А, нажми play. Не, крути назад. Назад, назад, не, надо перед самой горбиночкой, да, назад, 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 не, вот сюда, смотри, вот сюда, о, о, нажимай Q, 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 теперь побей, по ней побей, неправильно мы поставили, вот ты-тын, ты-тын, да, надо, надо туда, давай, нажимай play, и сразу паузу, да, да, давай, во, да, 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 о, плотненько, а ну нажми и послушай. Все, это есть. Теперь получается на вот этот трек. Что у нас за трек? Да пофиг какой трек, короче. Подбираем скорость. То есть алгоритм тот же. Берешь, запускаешь бит в бит. Пишет, опаздывает. Проверяешь с помощью джога, подталкивает. Ага, а то есть... Ага, мне нужно замедлить. Смотри, давай так, давай по этапам. Давай. Запусти бит в бит и скажи мне, спешит или опаздывает. Спешит. Спешит, отлично. Да, запусти бит в бит. Давай. И теперь джогом выравнивай. Давай, вот сейчас. И сразу джогом выравнивай назад. И... Раз, два. Да? Да. Только вот так, чтобы ты слышал эфир. Ага. Все, и начинай теперь второй рукой на этом, на пече снимать, снимать. То есть постоянную скорость, скорость замедлять. Ой, хороший трек, хороший. Перезапускай. Если потерялся, перезапускай.